Драгоценные мои везунчики, я рада приветствовать вас на канале Натали Мастерс. Сегодня мы будем вязать с вами ультрамодную трендовую сетку крючком. Невероятно четкую, красивую. Вы так никогда не вязали, вы будете поражены особенностям приема, который я вам сегодня продемонстрирую. При вязании по кругу этого узора я тоже объясню, что нужно предпринять. Раппорт равен двум рядам, мы набираем столько воздушных петель, сколько кратно 4, плюс 2 для симметрии, если вы вяжете туда-обратно. Ну что же, поехали! Перед тем, как мы приступим и начнем, я хочу вам сказать, что я вяжу из невероятного просто хлопка, английского, роскошного, очень дорогого. Но в моем магазине Натали Мастерс, во-первых, самый большой ассортимент, миллион позиций. Лучшая пряжа со всех уголков мира, от отечественной, от очень дешевой пряжи до самой дорогой. Бобинная пряжа, лучшие итальянские фабрики, фабрики всего мира, безусловно, лучшие аксессуары, все абсолютные инструменты, все, что вы хотите для вязания приобрести, когда-либо мечтали, все ваши мечты сбудутся в моем магазине, как сбылись и мои. Теперь я даже не знаю, что с этими мечтами делать. Все ссылки на пряжу, на магазин, телефон, координаты, доставка по всему миру. Из-за границы тоже не проблема. Звоните, пишите нам на WhatsApp и Telegram магазина. Номер под видео в первом комментарии. Прикреплю все ссылки. Еще я приглашаю вас, между прочим, второе платье я вяжу на марафоне. Марафон начался сегодня. Мы с вами начали вязать платье крючком. Очень красивое. Надеюсь, вы увидели предыдущее видео, поэтому обязательно присоединяйтесь, я очень вас жду, буду отвечать в течение недели. Вяжу второе такое же платье крючком, поэтому жду вас. А мы приступаем к вязанию трендовой потрясающей сеточки. Как я уже говорила, эта сетка подойдет для вязания летних изделий. Если вы выберете рафию, какую бы то ни было, в моем магазине тоже есть любая рафия, это знаменитая Испия с изысканными оттенками, или попроще, турецкая фабрика Fibra Natura. Я сейчас как раз в Турции. Вы можете вязать сумку-авоську этой сеткой. Сетка обалденная. Не люблю это слово, по-другому даже сказать нельзя, честно. Также вы можете связать этой сеткой тунику, топ, что-то такое очень неформальное, пляжную тунику. Вы можете связать палантин. В общем, возможности у этого узора масса. В интерьере штору можно связать, красивую дорожку на стол. Стильная, красивая сетка. Между прочим, эта сетка очень прочная, притом она эластичная и пластичная. Мы начинаем. Раппорт узора составляет 4 воздушные петли плюс 2, например, 42. Первый ряд провязываем столбиками без накида. И второй ряд. Повторять будем 2 ряда. Провязываем 4 воздушные петли подъема. Далее мы делаем 1 накид. Во вторую петлю, не та, что на крючке, вот один, первая петля, вторая, вот так, во вторую петельку вводим крючок, 3 планки у петельки, в левую есть нижняя, левая, правая, в левую вводим крючок и вытягиваем накид. У нас 3 петли на крючке. Далее делаем накид. В следующую петлю, тоже в левую планку, вводим крючок. Вытягиваем. У нас 5 петель на крючке. Делаем накид. В последнюю петельку, тоже в левую планку, вводим крючок. Вытягиваем накид. И у нас 7 петель на крючке. Теперь мы в столбик без накида по 2 планки вводим крючок, вытягиваем петлю и теперь провязываем по 3 петли, подхватываем петлю через 3, через 3 и наконец через 4. Вот так провязывается столбик подъема и столбик, 2 воздушные петли. Столбик, который мы провязали, был началом раппорта, то есть одна петля. Вот этот столбик был столбиком подъема. Раз, два, три. Всего 4. Это раппорт.
Повторяем раппорт. Теперь нам нужно в контексте узора, а не при подъеме, провязать столбик с тремя накидами. Мы пропускаем 2 столбика без накида и провязываем столбик с тремя накидами. 1, 2, 3 и 2 петли вместе. Провязали столбик с тремя накидами. В контексте узора мы вяжем так. Делаем накид. Крючок вводим под 2 планки накида. Вот 3 накида, и перед нами 2, 2 и 2 планочки. Смотрите, раз. Вытянули накид. 3 петли на крючке. Сделали накид под 2 планки. Вытянули накид. У нас 5 петель на крючке. Далее накид и 2 последние, вот они здесь, вытянули, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель на крючке. И теперь мы накид не делаем, нет, мы в следующий столбик без накида вводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем точно так же 3 вместе, 3 вместе, 4 вместе, 3, 3, 4. Повторяем 2 воздушные петли, 3 накида, провязываем столбик с 3 накидами, 1, 2, 3, 2 петли вместе. Далее делаем накид, 2 планки перед нами, провязываем накид из них, 2 из следующих 2, 3 из следующих 3, 3 из 2. И, наконец, когда у нас 7 петель на крючке, мы вводим крючок в следующий столбик без накида, вот так, и провязываем 3, 3, 4, оп, разворачивается вот такой красивый-красивый столбик. 2 воздушные петли. Провяжем еще раз. Столбик с 3 накидами. Самый обычный. Теперь мы вывязываем накид из первых 2 планок, накид из вторых, накид из третьих. Теперь в следующий столбик без накида вводим крючок, вытягиваем петлю. Теперь провязываем 3 вместе, подхватив нить. Следующие 3 вместе и 4 вместе. 2 воздушные петли. Так мы вяжем до конца ряда и провяжем с вами вместе последние такую совместную пару столбиков. Мы доходим до конца, и также у нас с вами есть последняя воздушная петля подъема. И столбик без накида. Вводим крючок в столбик без накида. Провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Провязали. Теперь делаем накид. И как обычно, вытягиваем накид из-под первых 2 планок, из-под вторых, из-под третьих. Теперь в петлю подъема вводим крючок и провязываем снова 3 вместе, 3 вместе и 4 вместе. Вот такой красивый, красивый край. Третий ряд мы вяжем как первый. Предположим, это цепочка воздушных петель, либо второй ряд в контексте узора 2 воздушные петли. Это первый столбик без накида подъема. Далее по 2 планки в столбик. Мы провязываем столбик без накида. Под арку из 2 петель мы провязываем 2 столбика без накида. Далее в столбик, столбик без накида, столбик без накида. Под арку 2,
И, соответственно, каждый раппорт у нас это 4 столбика. Раз, два в столбике и два под арку. По одному в каждой из двух столбиков и два под арку. Потому что вот он раппорт. Вот так выглядит 2 петли, 2 столбика, то есть 4 столбика. Соответственно, нам нужно 2 добавить. Так, 2 и 2 под арку. 2 и 2 под арку. Два под арку и два последних столбик и последнюю воздушную петлю подъема. Абсолютно четко. Вот и все. Эта сетка станет вашей любимой. Она современная, она интересная. Не забудьте поставить видео лайк. Жду вас в марафоне. И дальше мы будем продолжать с вами вязать изысканные вещицы. Не забудьте, конечно же, подписаться на канал. Нас уже 750 тысяч подписчиков или сколько? Я забыла уже. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу. Я люблю вас, обнимаю. Обязательно пишите, какие еще хорошие у вас есть идеи, какие мне снять мастер-классы. Но пока я хочу какие-то необыкновенные сетки вам показывать крючком и спицами. Вот такая неделька нас с вами ожидает. Все, пока-пока. Скоро увидимся. Впереди вас ждет очень много интересного.